Всем привет! Меня зовут Людмила, вы находитесь на канале Blush Supreme. Добро пожаловать! И сегодня без лишних предисловий, поскольку у нас с вами пятница, я открыла свой компьютер, где у меня подобраны уже все новости про королевскую семью за последнюю неделю. И в скоростном режиме начинаем обсуждать с вами все эти новостишки, так что поехали! И, естественно, главная новость сегодняшней недели, день рождения, конечно, королевы, но про нее мы поговорим чуть позже. Сейчас про день рождения принца Луи. И самым милым, что мы получили в его день рождения, это фотографии, которые сделала Кейт Миддлтон. Как вы знаете, она увлекается фотографией, не профессионально, но делает очень много снимков, и частенько они их публикуют. Фото ее руки мы уже с вами видели и на открытках и так далее. Но вот сейчас она поделилась новыми фотографиями в его день рождения, ему исполнилось 2 года. Милые такие фотографии. Здесь еще, конечно, речь идет о поддержке медработников, на ладошке у ребенка радуга, и вот все это сейчас, по большому счету, в Англии все дети сейчас этим занимаются, как бы говорят о поддержке медработников. Еще в Твиттере, в своем Твиттере принц Чарльз также опубликовал новую фотографию именно с принцем Луи в честь его дня рождения. Он там мило его обнимает, такое, конечно, милашество, милашество. Но, как я сказала, не только у принца Луи был день рождения на этой неделе. Самое главное, это, конечно же, день рождения королевы. Меган и Гарри начудили в этот раз. Такое ощущение, что они прям действительно ждут какие-то даты, значимые даты в королевской семье и что-то делают исключительно только в эти даты, ну да ладно. Королеве исполнилось 94 года. Напоминаю, что ее муж, принц Филипп, ушел на пенсию, то есть перестал исполнять свои роял обязанности в 95 лет. Так что ждем в следующем году, уйдет ли она на пенсию. Но вообще суверен уходит на пенсию обычно только если у него там уже крыша немного потекла. То в данном случае все, в принципе, нормально. Ну, а тем временем отменили салют. Впервые такое решение приняли за всю историю правления королевы Елизаветы. И, конечно же, коронавирус всему виной. Мол, это все было бы неуместно. Ну, и в данном случае решение, конечно, логичное. Daily Mail показали ролик, который выпустил дворец с архивными видео Елизаветы. Там она и со своей сестрой, и вообще, в принципе, с членами королевской семьи. Ну, черно-белые кадры. Они такие, не вот тебе там что-то, нашу душу особо они не трогают. Остальные члены королевской семьи, естественно, тоже поздравили королеву. Понятное дело, все это было виртуально, посредством соцсетей, посредством видеозвонков, конечно. Кейт и Уильям опубликовали фотографию в соцсетях, которая была сделана в прошлом году. Это фотография с того случая, когда Кейт Миддлтон нарушила протокол и поздоровалась с королевой поцелуем, а не реверансом. Меган и Гарри позвонили по видеосвязи бабушке, и вместе с ними был Арчи, как говорят. Так что, по большому счету, день рождения королевы Елизаветы прошел, ну, в таком формате, как у всех современных бабуль мира. Так что, как говорится, почувствуй себя не королевой в этот коронавирус. Еще Daily Mail также сообщает о том, что вышел тизер нового мультика с... Та-дам! Принцем Джорджем в главной роли. HBO его снимают, и я считаю, что это будет нечто, потому что даже по тизеру понятно, что юмор тут присутствует такой отменный. Anyway, I know self-isolating is difficult, and we're all sick of being stuck in the same 775 rooms, or, you know, studio apartment, it's different for everyone. But we're all in this together. Well, not me, I'm not in it with you, but, you know, everyone else. You're in it together. В общем, очень забавно, юмор классный, вот я прям обожаю такой саркастический юмор, только я немножко не понимаю, почему его сделали принца немножко таким гиемчиком в этом мультике, вроде как он пока не был замечен в таких наклонностях, ну, может быть, мы чего-то как бы не знаем, но тизер реально прям вот просто бомба. Be kind to your servants, they're doing the best they can.
even though lunch fucking sucked today. Беатрис, тут у нас появилась впервые на публике после официального объявления о том, что ее свадьба в этом году не состоится, а переносится на будущий год. Правда, она появилась в видеосообщении организации, патроном которой является Аркел Дислексия, называется. Она сказала, что да, всем сейчас сложно и так далее, но хочу напомнить, что благотворительный фонд работает. Если у вас есть какие-то проблемы, позвоните, напишите. Сейчас все онлайн, но тем не менее мы работаем в том же формате. Выглядела она, в принципе, как всегда, лупоглазенькая наша дорогая Беатрис. Ничего такого сверхъестественного, не поправилась, не похудела, выглядит нормально. Также вам тоже улыбнуться к принцу Джорджу. Есть такая девушка, Ставтот ее зовут. Она очень здорово изображает, имитирует британских знаменитостей. Половину, конечно, мы не знаем, кто это, что это за люди, и хорошо она их показывает или нет, тоже только британцам, наверное, судить. Но в ролике про самоизоляцию она очень здорово показала Меган Маркл и Кейт Миддлтон. You know, I'm gonna be honest, and yeah, it's so much easier being in lockdown in LA. I do feel truly ashamed, but I really do miss. McDonald's. Прям идеально подобрала акценты, такая визуальная картинка прям очень-очень похожа. Я действительно заулыбалась. Продолжение видео, которое вышло в среду, которое навело очень-очень много шума. Мы там рассуждали на тему волонтерства Меган и Гарри, необходимости или необходимости. Появилась информация, я думаю, специально она появилась, чтобы, реабилитировать, что ли, пару. Что, мол, они покидают свой дом, в котором они сейчас находятся, исключительно только ради благотворительности. Мол, они только разносят еду и дальше идут обратно домой, проводят вечера, как обычные семьи, также в изоляции, к ним гости никакие не приходят. Глава организации, с которой они работали, Angel Food, сказал, дословно Меган, сказала, что она хотела показать Гарри Лос-Анджелес глазами филантропа. Очевидно, что они делают это с большой любовью, и они бескорыстны. Ну, дай-то бог, что это все так есть, и мы только тут такие гадины собрались и ядом пышем на Меган и Гарри. Дай бог, если это так действительно, и все их действия пропитаны исключительно только любовью. Угу, конечно. Серена Уильямс тут тоже отличилась, как мы знаем, она чуть ли не лучшая подруга Меган, и она с ней общалась еще до свадьбы с принцем Гарри. И тут в интервью Наоми Кэмпбелл она ответила на вопрос, типа, вот ты счастлива, что твоя подружка переехала так близко к тебе? Она сказала, я вообще не знаю, кто она такая. Are you happy that your girlfriend's moved to America? Megan, don't know what you're talking about, don't know nothing about that. Never seen her, never heard of her, don't know her. Ну, комментарий такой в стиле Марая Керри, когда она комментировала, что она думает по поводу Дженнифер Лопес. Die kenne ich nicht. Кто-то подумал о том, что Серена Уильямс начала стесняться своей дружбы с Меган Маркл, и поэтому она не хочет о ней говорить. Кто-то сказал, что нет, просто она считает неуместным комментировать жизнь и вообще, в принципе, происходящее вокруг Меган Маркл. Это, кстати, не первый раз, когда Серена Уильямс отказывается от каких-либо комментариев. Журналисты ей уже задавали вопросы относительно актрисы, бывшей актрисы, ныне герцогини. Та тоже сказала, что я комментировать ничего не буду. Исключительно мое мнение, если оно вдруг интересно, я абсолютно равнобедренно отношусь к Сирене Уильямс. Я думаю, что она просто не хочет хайповать, что ли, на теме Меган Маркл, или не хочет примазываться к этой истории с Меган Маркл. Мол, пускай Меган разбирается сама, я ничего комментировать не буду, но окей, она моя подруга. Ну вот, собственно, все. Вот такие у меня для вас новости. Самые такие тяжеловесные новости мы обсудили в среду. Сегодня вот такое легкое видео получилось. Могу только закончить тем, что, например, принц Чарльз заявил, что он в изоляции, в самоизоляции. Обожает смотреть веселенькие ролики на YouTube и вирусные ролики. Но я думаю, что сейчас все этим занимаются, не только принц Чарльз. И мне хочется верить, что я зарядила позитивом вас в эту пятницу и на будущие выходные, хотя у нас тут каждый день как выходной. Ну да ладно. Давайте крепиться, все будет хорошо. Дальше только лучше, все будет отлично, не киснем. Ну а мы с вами обязательно еще увидимся в следующих видео. Пока-пока!